Сотрудники Главного управления МВД России по Южному федеральному округу на въезде в Ростовскую область задержали 29-летнего Давида Джангидзе, так называемого «вора в законе», известного в криминальной среде под кличкой «Дато Краснодарский». Несколькими днями ранее он задерживался сотрудниками полиции в Краснодаре и по решению суда привлекался к административному аресту на 2 суток за наркотическое опьянение. Вор в законе и сопровождавшие его лица были доставлены в Главное управление МВД по ЮФО для дальнейшего разбирательства, установления цели прибытия в Ростовскую область, а также предотвращения криминальным авторитетам возможных противоправных действий на территории региона. По имеющимся сведениям, Джангидзе планировал проведение сходки и был задержан оперативниками главка для профилактической беседы.